Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик для Nikon. Я его запрограммировал фокусным расстоянием 135 мм и диафрагмы от 2,8 до 22. Сейчас я вам покажу, как вам нужно будет его установить на ваш КПАН. Вот смотрите, вот это ваш одуванчик. Вот эта полочка, на которую сейчас я его наклею. И вы получите уже готовый к установке на КПАН одуванчик. Вы возьмете ваш КПАН. На КПАН есть красная точечка. Вы берете установленный на полочку одуванчик вместе с полочкой и ориентируете средний контакт одуванчика ровно на красную точку. Затем вы отмечаете острым предметом на внутренней стороне вашего КПАН границы посадки полочки с одуванчиком. И потом очищаете черную краску с внутренней поверхности вашего КПАН до белого металла. Смахиваете всю пыль и потом обезжириваете и эту поверхность, и поверхность полочки. Наносите немножко суперклея и прикладываете полочку с одуванчиком, ориентируя, как я вам сказал еще раз, средний контакт одуванчика на красную точку на КПАН. Буквально через 2-3 минуты ваш одуванчик готов будет к использованию. Вот это хвостовичок КПА-42. Вот как снять хвостовик КПАН с вашего объектива ТАИР, вы, я думаю, догадываетесь. Таким же образом одеваете КП-42А. Вот он, дополнительно еще крышечка, закрывающая его. Вот. И затем надеваете М42 Canon на этот хвостовичок. И ориентируйте объектив так, чтобы шкала расстояния была точно вертикально расположена на вашем Canon. Вот. Сейчас я наклею одуванчик на полочку. Все это дело упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.